Всем привет, я в магазине Fix Price, город Орск, на просвещении. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. Тонирующий мусс для волос. Цвета разные, русый цвет. Есть красный, черный. И вот как будто бы больше ничего и не вижу. Без аммиака, без парабенов, яркость и блеск, не стекает с волос и семитерманентный. 150 миллилитров за 149 рублей. Еще новинка от Невской косметики. Шампунь с живицей для всех типов волос. Бережно очищает, не раздражает кожу, возвращает волосам блеск и объем. Без красителей, парабенов и силиконов. 250 миллилитров за 99 рублей. А еще шампунь Клер Мэн для мужчин против выпадения волос. 200 миллилитров, 149 рублей. От бренда Нивея 2 в 1 экспресс уход. Мягкий шампунь плюс бальзам. Деликатное очищение и легкое расчесывание для всех типов волос. 250 миллилитров с алоэ вера. А вот ценника нет. Пришло масло для загара, стойкий загар, витамин В3 и масло абрикоса. 135 миллилитров за 149 рублей. Еще есть гель после солнца для чувствительной кожи с алоэ вера и депантенолом, 99 рублей. Есть крем для самых маленьких для чувствительной детской кожи, 149. И есть защита от солнечных ожогов, водостойкий, с маслом миндаля и жожоба. 99 рублей. Так, а это что у нас? Это гель для стирки цветного белья. Концентрированный, бесфосфатный, автоматическая и ручная стирка. Вот еще один. Это универсальный. Два вида, да? А вот ценника не вижу. Довольно-таки густой, хороший. Еще одно средство для стирки, универсальное, новая улучшенная формула, 99 рублей 1 литр. А это средство для мытья посуды, я его недавно показывала и опять на него наткнулась. Интересная больно бутылочка. Эволюция совершенства. Ежевика, апельсин, жасмин и зеленый чай, гранат и красные маки. За 127 рублей. По карте. Интересная бутылка. Пемолюкс сода 5, морской бриз. Тоже есть в наличии. И тоже нет ценника. Ну, какая-то интересная новинка. Набор для ухода за волосами. В набор входит аппликатор 1 штука и одноразовая шапочка 5 штук. Можно использовать для масок и для окрашивания волос. И вот, пожалуйста, инструкция в виде рисунка. Наносишь, шапочку надеваешь, и красота, красота. За 99. Зеркало. Смотрите, одно зеркало. И переворачиваешь еще два зеркала. Двухкратное и трехкратное увеличение. Расцветки зеркал разные. И стоимость 149 рублей. Никакой подставки нет, просто ручка. Опять появились наушники с микрофоном и с чехлом. Вот такие яркие. И как-то все одинаковые. О, еще есть микрофон с длинным шнуром. Переходник 3,5 мм на 6,3 мм в комплекте. Вот большой. Классический дизайн, переходник в комплекте и длинный провод. И длина провода 280 сантиметров. А за 199 рублей. А это портативное зарядное устройство. Индикация зарядки в виде кошачьих глаз. Я только недавно купила. Как интересно. Только недавно купила себе такое зарядное устройство в Гламарте. А теперь здесь появилось что-то новенькое. И вот характеристика. Скорее всего, 199. Ценника нет. Может быть, вот вы найдете. Ничего нет.
Сетевое зарядное устройство USB. А детские носки. Целый набор, две пары. Размер именно этот, 16-й, с авокадо. Есть 18-й размер. Есть и беленькие. И вот по ценам опять вам не скажу. Есть поменьше. Вот такие маленькие, 14-й размер. Вообще носочки тоненькие, сеточка. Смотрите, какие. Жалко, что ценников нет. Вот тоже есть серые, беленькие, разные размеры. И написано, что это хлопок. Тут еще какие-то носочки. Стоят такие носочки 55 рублей. Они даже на ощупь такие прям хлопчатобумажные, так прям чувствуются. Ну, какая креманка. Они здесь, смотрите, разные. Такая 59, стоит 200 миллилитров. Такая 55, 250 миллилитров. И 310, а вот такая 79. Здесь еще осталось блюдо в виде рыбы 35 на 5 и 14 сантиметров за 199 рублей. Вот что-то интересное. Смотрите. Набор баночек 58 миллилитров, две штуки, в составе стекло и пробка. За 79 рублей. Ой, это что такое? Емкость для заваривания чая. Подходит для заваривания листовых, травяных и ягодных чаев. 70 миллилитров. Вот сколько стоит. Смотрите, как выглядит. Здесь такие рисочки. Наверное, чтобы не скользило. А, это чтобы водичка туда проходила. Видите, рисочки такие идут. Чтобы водичка проходила. И стоимость 99 рублей. И выполнена пробка и стекло. И вот смотрите, какие интересные крошки. А вернее, чашки. 260 миллилитров. Изготовлены из полипропилена и из пищевого пластика. Такие несколько расцветок в виде китенка, да? Ручка в виде хвостика. В нашем магазине три расцветки. И это еще не все. Еще есть такие стаканы пластиковые. И тоже несколько расцветок. Вот такие стаканы 380 миллилитров. Такие с китом 59 рублей стоят, а стаканы с кошечкой 55. И кто не купил еще детское саба, смотрите, какое привезли саба сюда. Они как-то по-другому еще называют, кроксы какие-то, что ли. Вот и розовенькие есть. Разные размеры, 29, 29 тоже. Есть поменьше. Так, а этот какой? Тоже 29, 29-30. Это тоже 29-30. Ну, наверное, универсальные. У меня внучка в таких ходит. Наподобие, как вот в таких. Такие хорошенькие. Брали не здесь, а где-то в другом месте дочка брала. Так удобно в них. Вот на реечку везде. Отличные прям. И вот, не знаю, 199, наверное, стоимость. Комплект салфеток. Рогожка 33 на 33 сантиметра с петелькой. Хлопок. Зеленая, а зеленый такой молочный цвет. Второй комплект серый и молочный цвет. И все, наверное, зеленый с молочным и серое с молочным. И стоит такой набор 149 рублей. Черный чай крупнолистовой 150 граммов 79 рублей. Принцесса Нури. Цейлонский отборный и черный с ароматом бергамота. В пакетиках 79 рублей. 50 пакетиков. Также кофе Nescafe Gold 299 рублей 120 граммов. Gold Chiba 79 рублей 40 граммов.
Такой кофе сублимированный, 190 граммов, 249 рублей. Еще вот смотрите сколько. Парламент, 199 рублей, сублимированный. А вот Тесс обожаю. Нравится мне Тесс. Черный чай с шиповником и яблоком, с чабрецом нравится. Хороший, хорошо заваривается. 79 рублей, 25 пакетиков. Ореховое молоко с миндалем, ванилем, с фундуком, шоколадом. 99 рублей, 1 литр. И напиток сывороточный. Яблоко, груша, село зеленое. 55 рублей, 500 миллилитров. А также молоко миндальное, кокосовое. 129 рублей по карте, 1 литр. Ванильное мороженое. Молочная речка, 29,50, 0,2 миллилитра. А вот еще, смотрите, сгущенка пионерская, ГОСТ. Молоко цельное, сгущенное с сахаром. Это что такое для рекламы не придумают, а? Ну чудо какие! 79 рублей, 8,5% жирности. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.